Мам, дайте мне денег. Зачем тебе деньги? Какие еще деньги? Я и так-то на пенсии живу. Нет у меня денег. Ну, это ваши внучки на подгузнике. А, ну тогда, держи. Мам, на подгузнике. Ой, на подгузнике. Ой, держи, на, иди купи. Мам, подгузники опять закончились. Фу, в долг нельзя записать? Мам, вы не представляете, подгузники опять закончились. На. Что это, мама? Это многоразовые подгузники. Их надо просто постирать и посушить. На, держи еще непромокающуюся пеленку.